Виктор Горн, критик, литературовед, большой друг Евгения Геннадьевича Гущина, его критик, постоянный водитель по творчеству, определил метод писателя Гущина таким образом – наблюдение, постижение, анализ. Евгений Гущин прошел большую жизнь Неся в себе звание писателя, не просто как звание, а вот как данность. Как данность, заложенную в нем природой, родителями, я не знаю с чем. Господом Богом, скорее всего, создателем нашим. Я с ним работал в журналистике на радио. И вот интересно было на летучках наблюдать недоумение рецензентов, обозревателей, которые, когда сталкивались с материалами Евгения Гущина, говорили, «Но это же не очерк, там же что-то придумано вот как-то, это же очерк, вот мы же документально занимаемся здесь работой». А Гущин всегда писал очерки с элементами а не то чтобы фантазии, очерк есть очерк, и потом это документалистика, но тем не менее по методу исследования, какой-то, о ком он писал. Это был скорее рассказ. И вот тогда в Гущине знал ли он о том, что будет впоследствии писателем? Нет. Но уже тогда писатель, художник в нем угадывался, в том журналистском деле, которым он занимался. Дело в том, что для меня, например, всегда большим вопросом является размежевание журналистики и литературы художественной литературы. Большинство из писателей, которых я знаю, знаю их очень много, и знал, кто-то уже ушел из них, начинали с журналистики. И очень большие имена, советские классики, да русские классики, что там говорить, мы знаем все имена из создателей современника, того еще и так далее, все занимались в той или иной степени журналистикой, публицистикой. И по своему опыту знаю, что впоследствии, пытаясь овладеть художественным словом, ты борешься с собой с журналистом. И эта борьба, она никогда не прекращалась. И поле ее очень широкое, потому что жизнь всегда подсказывает такие фантастические вещи, которые самый изощренный ум не в силах придумать. И в этом случае отказаться от жизни, от того, что она подсказывает, ну это глупо, если не преступно с точки зрения художника. И тем не менее, и тем не менее. Меня удивляло то, что журналисты, борясь вот с этой своей первой главной профессией, уходя в художественную литературу, добивались определенных успехов. А вот люди, которые никогда не имели дела с журналистикой, начинали вдруг писать как журналисты. Меня это удивляло, и я думал, наверное, они просто пытаются более легким способом заработать вот этот литературный свой хлеб. Хотя, в принципе, здесь выводы могут быть поспешны и неверны. Евгений Гущин оставался публицистом во всей своей литературной деятельности. Но если мы возьмем и оголим все произведения от начальных рассказов Евгения Гущина, от более крупных повестей, романов, мы получим такое, знаете, вот назидание, напутствие, что-то такое ну, голо-публицистическое. Но в том-то и дело, что проза Гущина не оголяется. Он мастерски умеет вот эти свои мысли ярко-публицистические закреплять в художественном слове, в художественном обрамлении. И неспроста в «Союзнике» в этом случае он берет природу, потому что природа во всех случаях, во всех случаях природа и подсказчик, и сопроводитель Гущина по его торному пути, на котором он исследует глубины человеческой психики. А то, что он исследователь именно таких глубин, это бесспорно. «Дом под черемухой». Этот рассказ, кстати, имеет второе название по сходной цене. Он был напечатан в журнале «Современник» и стал лауреатом этого журнала. Вот там уже наиболее остро Гущин начинает исследовать борьбу вот человека, имеющего совесть и теряющего его на размен, скажем, каких-то бытовых вещей. Вот опять, понимаете, все это можно сказать очень просто, но у Гущина это исследование доходит до самых глубин. Но здесь просто есть какие-то взрывные вещи. Почему там дом под черемухой, да? Когда сын старой женщины, которая раньше принадлежал участок, где расположена дача героя Табакаева Семена, уходя на фронт, посадил черемуху и сказал, пусть она останется вместо меня. И он как бы предвосхитил тем свою судьбу. Он не вернулся с фронта, а черемуха росла и напоминала матери о сыне. И вот это, наверное, самый такой момент трагический. Не тогда, когда Семен начал таскать материалы со своего завода для того, чтобы строить дачу, а тогда, когда уже, так сказать, домик вырос, а он поднял руку на эту черемуху. Он срубил черемуху, и когда старая мать пришла, Увидела пенек, помолилась на него и сказала, ну, видимо, и мне пора. Вот такие трагедии Бущин не ищет специально остроты в жизни, но жизнь сама вам подсказывает, что тут сделаешь. Возьмите э, тоже роман «Бабья поля», тоже, кстати, с двойным названием. Есть «Бабья поля», а есть «Букет с полынью». Роман очень острый, где писатель Евгений Гущин никак не мог согласиться с призывом нашего государства «Женщины на трактор, на комбайн». Мы, так сказать, молодых девчонок сопровождали туда под звуки радостных наших песен, гимнов. «Садитесь, девушки, и помогайте им, парней не хватает». А на самом деле природе женской, женской сути, эта работа противно, противопоказана, опасна. Гущин исследует эту схему, собственно говоря, делая вызов правительственным призывам, лозунгам. Алтайская правда откликнулась огромной такой разгромной статьей на, этот, на эту повесть. Ну, в общем-то, Гущину ни жарко, ни холодно не стало от этого. Продолжая мысль о том, что Евгений Гущин нес в себе писательский дар и писательское звание всю жизнь, может быть, изначально даже не понимая этого, Скажу о том, что он какое-то время возглавлял писательскую организацию, нашу краевую. Вот. Очень неудачно это делать. Не его было абсолютно, он это понимал, но упросили его, что Женя, вот э, такой э, период у нас между выборами. Старый ушел, э, э, руководитель писательской нации, новый, как бы не нашелся. Но вот Гущин отбывал эту должность и действительно отбывал, и с удовольствием ее покинул, э, ничего так не имея, так сказать, от нее полезного. Вот. Но Бог бы с ним. Вот интересно, книга Родионова, которая написана после уже ухода Жени, Александр Родионов, писатель, вот он собирал эту книгу, он ее не, не, не столько писал, сколько собирал. И там вот она называется «За гранью жизни». Ведь это неспроста. Потому что вот сама жизнь, о которой Гущин знал очень много, и которую представлял в своих вот, исканиях людей, населявших эту жизнь. Вот. Но он вот особенно в последних повестях, это пришедшее из тьмы», «Небесное создание», уже пытался как бы вот по-новому посмотреть, заглянуть уже в этот космос, который за пределами жизни. Я думаю, что он рано ушел из жизни, и мы потеряли гущена на нового совсем, который только-только вот ступал на новую тропу. Но, наверное, дальше не стоит об этом говорить, потому что, ну, ушел человек и как бы оставил после, после себя большое наследие, которое в его романах, повестях, и которое связано с природой. Мы, когда вместе работали на радио, Евгений закончил на моих глазах свою журналистскую карьеру и уехал на озеро, на Телецкое озеро, где прожил около двух лет, в какшах местечке такой заповеднике смотрителем заповедника вот и где он обрел настоящую вот э, свою лабораторию писательскую которую назвал впоследствии в одной из сильнейших своих повестей храм спасения действительно храм спасения для него это было было храмом напитавшим его человеческими судьбами природой еще раз вот повторюсь, природа, природа и природа, вот она угущена. это собеседник, это его соавтор, это указатель каких-то вот, еще раз скажу, характеров человеческих, указатель дальнейших действий даже человека. Вот, в этой повести опять коллизия, опять выбор человека в борьбе с совестью. Герой ее Святозар Асабин, Скрыл браконьер, в общем-то, сделал противоправный поступок. Браконьер, в свою очередь, спас ему жизнь. И он не стал его выдавать властям, хотя тот, в общем-то, погубил, в общем-то, целое, скажем, выводок, там, племя баргузинских э, соболей, которых привезли на приплод. И вот э, с ним беседует лейтенант милицейский, не устроив, и он говорит ему, у вас есть совесть, и она вас замучает. Вот эти поиски, поиски совести, поиски э, вот, э, того излома, который человека подвигает на компромиссы со своей совестью, вот этим наполнено творчество Гущина, этим оно интересно. И помимо всего прочего, конечно, это все сделано с высоким художественным мастерством, еще раз говорю, это вместе с нравственным большим накалом несет очень серьезное художественное достояние.